Приветствую всех, с вами Лилия Донскова, и сейчас я запишу обзор каталога номер 17. Это новогодний потрясающий каталог Oriflame, начиная с обложки, уже просто создается потрясающее настроение. И сразу же сюрприз. Каждый из вас может выбрать себе такой набор, который из нероли и жасмина. В него входит жидкое мыло для рук, лосьон для тела и огромный такой кусок мыла шикарный в коробочке. Во-первых, это просто очень красивый дизайн, когда в ванной это стоит, это просто потрясающе. Во-вторых, это по качеству несравненно ни с чем. Я до этого брала серию с лимоном и вербеной, но осталось под впечатлением. Выписывала себе два раза весь набор. Очень понравилось. Сейчас выписала себе этот набор, естественно, потому что цена просто прелесть. Обратите внимание, что заказ с каталога должен быть на 1290 рублей. Вот сколько раз у вас такая сумма получается, столько раз вы можете выписать набор всего за 499 рублей. Также на него распространяется скидка 20%. Далее у нас идет медовая коллекция. Тоже, если смотреть по ценам, то получается дорого. Кондиционер 359, шампунь тоже такая же цена. Смотрите сразу на наборы. Наборы идут по очень привлекательной цене. То есть и за шампунь, и за кондиционер всего 379 рублей. Это очень классные шампуни, очень классная серия. Я ее люблю и частенько себе выписываю. И здесь то же самое. У нас набор идет для ухода за телом дешевле, чем даже отдельно купить один крем. Конечно же, выгодно брать набором с мылом и кремом. Здесь у нас тоже подарочные наборчики для рук и для красоты, тушь с помадой. И вот обратите внимание на акцию. Если ваш заказ с каталога будет 500 рублей, и в следующем тоже 500 рублей, то вы сможете новинку Giordani Gold White Original приобрести со скидкой 65%. Или витамины мужские или женские со скидкой 50%. Это мультикомплексы минералы. Двигаемся дальше. Это, конечно же, наши любимые бочоночки. Кстати, как вариант такого сюрприза, подарочка. Они идут в красивых коробочках, то есть таких прям обалдячинских. Можно взять и просто красивенько даже не упаковывать, а просто взять эту коробочку и подарить. Это будет долго-долго служить человеку, потому что это средство можем использовать на всех сухих местах, а зимой оно как никогда актуально. Прекрасная скидка на туалетную воду Люсия, сыворотки. Ох, да, как раз хочу вернуться к сывороткам. Если вы сейчас их выпишете, какую-то себе по возрасту сыворотку подберете, то как раз к Новому году вы успеете пройти курс такой омолаживающий, что у вас кожа будет подтянутая, сияющая, и выглядеть будете настолько эффектно на новогоднюю ночь. Наверное, именно это нам и нужно с вами. Прекрасные скидки на парфюмерию в этом каталоге, на всю парфюмерию. Просто аж слюнки текут, не знаю, какую выбрать. Так, двигаемся дальше. Какие у нас тут акции есть интересные? Кстати, очень понравилась цена на пену для бритья. Просто могу сказать для сравнения. Заходила в Рубльбум, посмотрела, 350 рублей, самая дешевая пенка. У нас 249. Отличная цена просто. И вот это мыло, обожаю, всегда берем его. И мужчины, которые хоть раз взяли, попробовали, уже постоянно перезаказывают. Мыло классное. Так, что еще? Ну, прекрасный подарок. Здесь вот маленькая-маленькая коробочка нарисована. Имейте в виду, что это мыло идет вот в такой красивой подарочной коробке. Оно большое. То есть это не малюсенькая такая штучка, оно большое, очень презентабельно выглядит. Поверьте мне, гораздо приятнее подарить такую коробочку с мылом, чем шоколадку. И по цене получается дешевле. Здесь у нас миндаль, наборы для душа, для волос, для лица. Вообще просто столько наборов, такие хорошие акции, детские серии. Здесь у нас прям наборы идут в коробочках подарочные. Обратите внимание, что это ну, очень здорово, да, подарить именно в коробке, не просто так в пакетике, а для мужчин это вообще как бы они подарки у нас не особо избалованные, да, с подарками. Кстати, часто спрашивают тут про триммеры. Я могу сказать, что триммер просто шикарный. И по цене намного дешевле, чем в магазине. Я даже заходила в специальный магазин, прежде чем выписать для себя триммер. Ну, у нас, да, мой муж Михаил пользуется. Вот эта штука просто
очень удобно удалять волосики из носа нежелательно, потому что их по-другому никак не удалишь. Или выдергивать, что очень больно, а это совершенно безболезненно, буквально 2 секунды и все чистенько, все классно. И есть специальная насадочка, чтобы делать ровненькие баки. Я не знаю, насколько вы внимательно смотрите, да, на эти странички. Ну, я бы вот обратила ваше внимание на ожерелье брошь, золотое перо. Это, ну, вот как это сделано на картинке и как это в жизни, это две совершенно разные вещи. В жизни это потрясающе красивое, просто потрясающе красивое украшение. Я даже не знаю, с чем сравнить, но это просто очень круто. Немножечко попробую развернуть. Вот так будет красивее. Это очень, очень красиво все сделано. Это такое золотое сияние, все усыпано такими мелкими кристаллами и обрамляет такой, завершает жемчужиной. Достаточно длинная цепочка, она регулируется. Ну, выглядит просто потрясно. Я не знаю, супер просто. Красивая скатерть, чтобы я из этого рекомендовала. Конечно, скатерть обалденная. Я выписала себе вот такой лиловый плед. Ну, моему восторгу нет предела. Честное слово, это настолько шикарная, уютная, красивая вещь. Вот цвет именно такой, как на картинке. А иногда бывает такое, что цвет искажается. Бывает на картинке красиво, получаешь там бледнее все или темнее. Вот прям один в один такой яркий, сочный вот этот лиловый цвет. Яркий аксессуар для интерьера и просто для души и уюта. Просто супер. А, кстати, еще хотела сказать, что вот это... Вещичка, подставка для украшений, для бижутерии в реале выглядит намного красивее, чем вот здесь на картинке. Как-то вот навешали все, как попало, да? На самом деле это что-то такое, особенно издалека, когда смотришь, думаешь, это что-то старинное, невероятно красивый какой-то подсвечник. Но на самом деле он плоский, да, и когда ты уже вблизи смотришь, понимаешь, что это подставка. Роскошные часы, просто роскошные. Вот, а вот этот жемчуг, он с розовым оттенком, настолько богато все это выглядит. Для тонкой ручки прекрасно подойдет, браслетик очень аккуратненький, такой изысканный, просто мега класс. Так, это у нас Тендерли, Парадайз, модный аромат очень. Кстати, наш аромат Destiny, My Destiny, взял в этом году премию. Фифи Эвертс, это огромное, да, достижение, заслуга. Мы стали лауреатами. То есть из 99 номинантов мы вошли в десятку лучших с этой водичкой. И тоже могу сказать, что аромат настолько теплый и нежный. Особенно он действительно вот в такую вот холодную пору он идеально подходит. Поэтому побалуйте себя чем-то очень необычным. У меня даже вот он стоит всегда на столе рядышком, его просто приятно смотреть на этот флакончик. Обратите внимание, лосьон для тела с эффектом мерцания. Он действительно мерцает, то есть там не крупные частички, он просто под разными углами света преломляется, и кожа как будто бы сияет, перламутровая такая красивая, но не сильно. То есть это не излишек, а очень деликатное сияние. Много парфюмов для мужчин, разных подарочков. Хочу рассказать про это масло Элио. Если вы до этого брали масло в пузатом флакончике, то разница в чем? Это у нас идет с распылителем. Оно намного легче, чем масло в пузатом флакончике. И оно совершенно не утяжеляет волосы. Эффект просто классный. Волосы становятся такие гладкие, легко расчесываются. И вот что мне понравилось, у меня волосы густые. Вот реально 3 дня ходишь спокойно. То есть нет вот этой вот тяжести, уже вот такой жирности. Легкий-легкий волос. Просто прическа обалденная. Про краски для волос я могу просто сочинить для них целую оду, посвятить, потому что крашу волосы уже очень давно и вынуждена это делать. И лучшие краски я еще в жизни не пробовала. Да, она не дешевая, она стоит 449 рублей. Но она вот именно стойкая. Она содержит в своем составе льняное масло и омега-3. И после того, как я крашу волосы, кстати, делаю это сама, это очень удобно, тут такой флакончик классный, легко распределить по прядкам волосы, по рядочкам, щеточкой, вот такой вот кисточкой я просто все расчесываю потом.
Какой эффект? Волосы настолько становятся блестящие и гладкие, и это сохраняется на протяжении 3-4 недель, то есть до следующего окрашивания волос не линяет. Просто если до этого я брала дорогущие краски или красила в салонах за 3000, за 4, да, вот это окрашивание обходилось, то здесь я крашусь сама. Первое, это очень удобно и легко. Во-вторых, цвет держится все время, и потом в дальнейшем, если вы продолжаете оставлять тот же цвет, то вам достаточно просто покрасить корни отросшие. То есть не нужно заново, да, всю шевелюру красить и тратить на это много краски. Вы можете просто подкрасить корни, потому что волос сияет, блестит, ухоженный, гладенький. У меня перестали, кстати, слоиться волосы, разделяться на это. Нет секущихся кончиков. Я все-таки думаю, что краска тоже играет в этом огромную роль. Так, что еще вам показать, мои любимые вещи? Ну, конечно же, дезодорант для ног. Я думаю, у всех он есть или должен быть. Часто задают про муссы, мусс-трансформер. Вы знаете, как я их использую? Мне не очень нравится, когда они отдельно просто нанесены, но я их с удовольствием использую под, как основу под тени. Обычно я выбираю самый светлый оттенок, вот, например, вот жемчужный, и сверху работать сухими тенями просто одно удовольствие. Тени фиксируются. Ну, мусс, вот, чем он хорош, он совершенно не скатывается, даже если веки жирные и глаза глубоко посажены, то есть века бывает нависшее, такое вот подвижное, то тени не скатываются. Это тоже огромное преимущество. Так. Стойкие помады, кстати, по хорошести. Вот. Моя любимая вещь. Это BB-бальзам для губ. То есть губы становятся вот такие вот красивые. То есть он дает сияние губам обалденное просто. Настолько классно ухаживает. Я перепробовала все наши бальзамы. И я могу сказать, что номер один бы я отдала именно вот этому BB-бальзаму. Ни с чем не сравнится, просто супер. Вот высшая оценка. И за такую цену возьмите, попробуйте, очень вам понравится. По поводу ухода за ногтями. Единственное, что меня взяло, это вот это укрепляющее покрытие для ногтей. Алмазное меня не берет покрытие и так далее, и так далее. Вот это меня взяло, и ногти просто стали нереально крепкие, толстенькие, отрастают быстро. И лак держится отлично, когда сверху на нее, на эту основу наносишь лак. И рекомендую попробовать закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Вот насколько бы не были мои капризные ногти, но служит лак дольше на 3 дня, 3-4 дня примерно. Тоже для меня это отличный эффект. Я не люблю нарощенные ногти или там какие-то искусственные. Мне нравится часто менять лак под одежду. И поэтому самый классный выход. Я видела вот эти помады, как раз эти, наверное, два оттенка я видела уже вживую, пробовала. Но я могу сказать, что это очень красиво. Это очень красиво, много-много мерцающих частичек, то есть она вся переливается, такая жемчужная. То, что нужно как раз к Новому году, да, порадовать себя. Потрясающая скидка на тени карандаш, посмотрите, 125 рублей, это фантастика. Тоже очень удобная, чтобы сделать, например, смоки макияж. Так, что у нас интересно в серии Джордани? Очень люблю вот эту основу, да, мультифункциональный CC-крем. У него очень много функций. Он действительно делает кожу нереально классную. Классную просто. Восторг. Так, здесь у нас идет уход за кожей. Немножечко про уход за кожей. Вот обратите внимание, что выгодно покупать, конечно же, серию целиком. То есть вы видите, вот здесь какая цена. Идет скидка, экономия почти 3000. А что я могу сказать, что в зиму лучше взять вот эту серию, потому что здесь молочко идет очищающее. И тоник, он в виде геля, как гель-тоник, он такой густенький тоник, очень интересный. А это что-то необыкновенное. То есть цель этой серии включить фибробласты в нашей коже, которые отвечают за выработку коллагена. И вот прелесть в том заключается, что эффект очень быстро, и вы увидите, как ваше лицо просто все подтянется,
просто расправится морщины, он прекрасно питает. И, конечно же, регулярное использование утром и вечером всей серии даст эффект. Если вы будете экономить там от случая к случаю пользоваться, то эффекта не будет. Пользуйтесь и утром, и вечером. Курс примерно у нас идет на 3 месяца рассчитан. Но могу сказать, что по опыту, что очищение и тоник, естественно, остаются, и крема хватает на дольше. Только вот сыворотка и два крема, они укладываемся как раз в 3-3,5 месяца, в зависимости от того, как вы пользуетесь. Опять же говорю, я не экономлю, считаю, что на своей коже экономить точно нельзя. Серия «Экологен» содержит в себе натуральные стволовые клетки растений. И задача этой серии выталкивает морщины изнутри. Какой эффект? Я могу сказать, что даже просто умывшись уже одним гель-пенкой, вы сразу чувствуете, что с кожей происходит что-то невероятное. Опять же, это для обладательниц жирной кожи. Этот вариант лучше, чем Novage Ultimate Lift с молочком. Все-таки, да, мы вот у кого кожа жирная или комбинированная, мы привыкли умываться с чем-то пенящим, смывать водой. А серия сиреневая у нас предполагает, что мы на ватный диск наносим молочко и убираем, удаляем макияж, загрязнение с кожи. Здесь, обратите внимание, серии отличаются. В верхнем наборе у нас входит крем в тюбике дневной, а в нижнем крем в баночке. Тоже почитайте, какой вам больше понравится. То есть у этого крема очень высокий SPF-фактор. Если вам показана защита от солнца, то, конечно, выбирайте верхнюю серию. Ну и наша серия True Perfection, тоже сейчас она в полном наборе. То есть серия завершенная, полный комплект. Подходит от 25 лет, ее уже можно использовать. Кстати, вот это 25+, это значит, что 25 и до бесконечности. Что мы получаем, используя эту серию? У нас появляется румянец на щечках. То есть кожа выглядит свежая, молоденькая, такая ухоженная, румяшечки. Очень классная штучка, просто невероятная. Обратите внимание, здесь у нас в уголочке спрятался спонж коньяку. Мы его называем спонж-конь. Тоже классная штука. Я даже не могу передать, как будто вы в руках держите кусок такого чуть медузного, желейного. Очень здорово просто очищает кожу. Ну, ощущение невероятное. Просто рекомендую. Цена классная. Если посмотреть в других магазинах, то цена зашкаливает там в 5 раз выше. Моя любимая штучка, вот это аппаратик Skin Pro для очищения кожи. Если вы еще никогда им не пользовались, то попробуйте. Я вам могу сказать, что это что-то с чем-то. Это и массаж, это уход за лицом потрясающий, и еще это невероятное очищение. То есть очень щадящее, щеточка очень мягкая, нежная, и при этом она очищает кожу 8 раз лучше, чем скраб даже. То есть, хотя при этом использовать можно хоть каждый день. И мы любим всей семьей пользуемся, у каждого своя насадочка. Мы просто меняем периодически. Мы, конечно, каждый день мы моем ее с мылом и обрабатываем перекисью. Тоже, да, заботимся о щеточке, чтобы она дольше прослужила. Есть сменные насадочки, можно еще 2 штучки взять дополнительно. И я оценила обновляющий скраб для лица Novage. Очень крутая вещь. Но, знаете, первый раз попробовала, ну, как-то не заметила особого эффекта. Но в дальнейшем, когда стала пользоваться, сейчас хочется все чаще и чаще им пользоваться. Настолько классная вещь. Вот она содержит молочную кислоту, очень такие мельчайшие отшелушивающие частички и масло ши. И то есть, когда мы умываемся с этим скрабом, очищаем кожу, мы ее тут же, да, удаляем вот этой молочной кислотой, мертвые клеточки отшелушиваются очень щадяще, и масло ши тут же нам питает кожу. То есть, просто очистив ее вот этим скрабом, мы уже получаем что-то невероятное. Знаете, с чем могу сравнить? Как будто я долго в баньке парилась, там, делала масочки разные. А здесь буквально за 1,5-2 минутки мы это просто получаем такой классный эффект. Я пользуюсь ей часто, хотя до этого скрабы я как-то игнорировала. И балдею, когда трогаю свою кожу. Буквально вчера делала, сейчас трогаю свое лицо. Оно такое мягкое, гладенькое, ну просто кайф. Тоже у нас теперь набор Эко Бьюти
идет в серии, и это, естественно, выгодно при покупке целого набора. И эту серию я бы рекомендовала, конечно, обладательницам кожи, склонной к сухости, и вегетарианцам, потому что это серия на 100% натуральная. Очень классное ощущение, невероятное. Особенно больше всего мне понравился этот тоник. Это что-то, я бы просто его использовала как парфюм. Пахнет невероятно классно. Так, обратите внимание на крем для век «Невероятный эффект». Он оправдывает свое название, потому что вот реально невероятный эффект. Если вы утром встали, у вас там отеки, глазки узенькие, китайская женщина проснулась с утра, возьмите просто, нанесите несколько капелек, да, вот на зону в области вокруг глаз. Пока вы ходите, ставите чайник, наливаете себе кофе и делаете смузи или там, что вы любите завтракать, он сделает свое дело. 5 минут. Это волшебное средство за счет того, что содержит экстракт ачанки. Это очень мощное, натуральное, да, травяное противовоспалительное средство. Поэтому снимает отек невероятно очень быстро. А кофеин убирает темные круги под глазами, кожа становится такая сияющая, просто такая сразу помолодевшая, красивая, а нам только этого и нужно. Так, серия для молодежи. Я не могу все, конечно, показывать. Я расскажу, от чего я в восторге. Вот я увидела эти серьги уже, даже примеряла. Восторг полный, очень сексуально, очень так свежо, красиво. И я себе уже выписала вот эту сумочку, черный бриллиант, потому что вот я могу сказать, что ее здесь как-то показали, как-то непонятно, маленькую какую-то, как клатчик. Вот это реально очень удобная сумка для ежедневного использования. На вид это просто как дорогая выделка кожи, но по деньгам вы понимаете, что это не кожа, естественно. Это очень красивая сумка, мягкая, удобная и хороший размер. Вот смотрите на размеры. И вы все поймете, что это не просто клатчик, потому что здесь на картинке как-то выглядит очень маленькой. И очень красивый набор, черный бриллиант, он весь мерцает, играет. Даже не, вот я примеряла, у меня черные волосы, я думала, сольется. Нет, очень красиво, просто шикарно выглядит. Так, богато. Ну, модницы, обратите внимание на серию Ингрид. Это вот действительно свежо, бодро и дерзко. Дерзко, вот действительно это слово подходит для этой сумочки. Она великолепная, прекрасный размер, очень удобная. То есть она не совсем мелкая, не крупная. Такая вот для девочки, подростка, девушки молодой. То есть это, ну, не для бизнес-леди, конечно, не полезут никакие документы там и так далее. Но как прогулочный вариант, она привлекает внимание однозначно и очень. Хочется, да, прям ее трогать, она такая мягкая, суперская. Дима Билан нас радует. Просто такой скидки мы еще не видели. 639 рублей за Excite Force. Я думаю, этот аромат любого мужчину покорит, любую женщину. Сами обожаем. Муж уже у меня 2 таких флакона на себя вылил и увидел эту скидку. Говорит, ты мне выписала? Ну, конечно же, выписала, дорогой. Что я ему еще скажу? Прекрасный парфюм Eclat Femme Weekend, мой один из моих тоже любимчиков, тоже великолепная цена. И завершает нас каталог кремы, дезодоранты, тени. Кстати, вот несмотря на то, что они такие недорогие, я бы сказала, что даже да, такая цена просто уникальная. Тени качественные. Единственное, что мне в них неудобно, то что нет кисточки, некуда ее положить. Но я в принципе как бы не пользуюсь этими спонжиками, у меня всегда кисти лежат отдельно в футляре. Поэтому если для вас это не принципиально, то берите, можно подобрать все разные оттенки и именно то, что вам нужно. Потому что когда покупаешь большой набор, то бывает такое, что не все в этом наборе устраивает. Да, какими тенями просто не пользуешься. То здесь, когда мы берем их штучно, да, мы можем выбрать 2-3 оттенка, их комбинировать между собой. Это будет то, что мы хотим. Обратите внимание, цена на карандаши. Я не знаю, как вам объяснить, но это лучшее, что я видела в течение года. Такой цены на карандаши не было. Поэтому я с удовольствием себе добавила в коллекцию еще лиловый клевер. Взяла себе синий карандаш под глазки, естественно, черный, который затачивается. Посмотрите,
Я хочу сказать, что несмотря на то, что карандашики небольшие, служат очень долго, и за счет того, что там достаточно легкого прикосновения, они сразу делают свое дело, то есть создают прекрасный контур губ или подводят глаза. У меня вот такой вот зеленый карандаш служил целый год. Каждый день я им подкрашивала нижние реснички, в нижних ресничках проводила стрелку. Каждый год. Ой, каждый день. И тушь. Тушь тоже. Необычная кисть у туши у нас, которая раскрывает глаза, делает их такие распахнутые. Она как бы вначале, да, кончик у нее такой мелкие-мелкие-мелкие щетинки, и она расширяется. То есть получается, что у нас внешние ресницы прокрашиваются, удлиняются, подкручиваются. И действительно, за счет этого глаза смотрятся очень распахнуты. И тушь у нас есть еще объемная. Обратите внимание, кисточка очень-очень малюсенькая. Прекрасно подойдет для чувствительных глаз, чтобы не задевать щетинками слизистую оболочку глаза. Прекрасно прочесывают, и ресницы увеличиваются просто нереально классно. Просто нереально. Ну вот, в принципе, все получается у нас. На этом каталог у нас закончился. Мне кажется, еще есть обложка, но ее не видно. Да, почему-то не показывает нам обложку. Может, погрузится. Вот она. Только крупным планом. Но я думаю, вы посмотрите еще каталог. Вот так вот можно подвигать. Набор для ухода за руками, пряничный цитрус. Ну, тут все понятно по названию. Крем для рук и мыло. Выгодно, конечно, брать в наборе всего 129 рублей, потому что отдельно мыло 79, отдельно крем 109, дорого получается. Здесь корица, пряности, пахнет все это цитрусовый, да, такой мандаринка. Очень вкусно, просто потрясающе вкусно, красиво, по-новогоднему. Прекрасный подарочек для себя, для души и для своих друзей и близких. Ребят, спасибо вам за внимание. Желаю вам самых вкусных покупок в этом каталоге, чтобы Новый год завершить уже с подарками, чтобы вы ни про кого не забыли, каждого побаловали, порадовали своим вниманием. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Уже с обзорами, наверное, будем теперь в новом каталоге встречаться в новом году. Всего доброго вам. Пока-пока.